События данного сериала перенесут внимание зрителей в прошлое столетие, точнее в 1958 год. Мария Крапивина окончила обучение в Ленинградском университете на кафедре уголовного процесса и криминалистики. Выпускница юрфакультета получила распределение в УГРО, центрального отделения милиции в городе. Она проявила себя прекрасно, постигая выбранную профессию. Закончив обучение, она отлично, она еще раз доказала своим интеллигентным родителям, что достойна только лучше. Несмотря на то, что она так молода, девушка готова к испытаниям, которые готовила ей профессия. Оказавшись в коллективе грубых оперативников с большим стажем работы, Мария столкнулась с массой неприятных происшествий. Скорее всего, продолжения данного сериала не будет, а если будет, то посмотреть вы его сможете не ранее осени 2018 года.